Здравствуйте, я сегодня представляю Харьковскую областную федерацию функционального многоборья Украины. Федерация недавно основана, но уже сегодня мы проводим соревнования достаточно высокого уровня. Задача нашей федерации – объединить всех ребят, которые заинтересованы кроссфитом, функциональным многоборьем, в одно дружное сообщество. Федерация активно развивается, и основная задача идет выведение функционального многоборья в отдельный вид спорта. Сегодня мы принимаем участие в Athletic Харьков Challenge в рамках спортивного праздника города Харькова. Это совершенно новое движение, относительно недавно оно появилось, и оно объединяет в себе элементы из разных видов спорта. Это легкая атлетика, тяжелая атлетика. Это функциональные движения, которые постоянно меняются и варьируются. То есть идет именно всесторонняя подготовка человека. В кроссфит-зале, да, классно прийти, позаниматься, но все-таки здесь соревнования, этот дух, это всегда классно. Тем более такие классные судьи, организаторы. Это очень уникальное направление в спорте, которое может быть очень полезно людям любого возраста, абсолютно любого. Как молодежи возраста 20 лет, так и уже людей, которым за 40. Здесь и выносливость, и сила, и координация, и гибкость, здесь нужно все. Так как это совокупность легкой атлетики, и тяжелой. В общем, все самое лучшее из всех видов спорта. Это очень живо, очень такой веселый боевой спорт. Это не скучно, и кроме того, это дает возможность общаться с очень интересными, совершенно разными людьми, которые работают в разных областях сферы нашей жизни, и это очень сплачивает вот наш коллектив. Это очень классно, когда ты выходишь туда, ты понимаешь, что на тебя смотрят все люди, с какой-то позиции ты их мотивируешь, чтобы они тоже начали этим заниматься, и за счет их поддержки ты выходишь, и ты даже не думаешь, что там поднимаешь, что какой-то вес, ты, может, вообще никогда его до этого не поднимал, но ты выходишь, все тебя мотивируют, и ты это делаешь, это очень круто. Это интересно, это разнообразно, это очень круто, весело, у нас уже своя есть команда, кроссфит-банда, можно так сказать. Ну, у каждого человека в кроссфите, у каждого атлета есть свои слабые и сильные стороны. И человек должен работать над совершенствованием своих. Например, вот я знаю, что у меня становая тяга слабенькая, и я должна постоянно работать над этим, тренировать. Мне нравится заниматься тяжелой и легкой атлетикой. То есть это все одно без другого, это не кроссфит. Но мне больше нравится тяжелая, то есть работа со штангой, с дополнительным весом, у меня это лучше получается. Что касается бега, я очень рада, что его сегодня нет. Вот, поэтому я надеюсь, что сегодняшние комплексы пойдут на ура. Я не знаю, конечно, как я выступила на уровне остальных участников, но я считаю, что в мои 40 лет выйти на сцену и поднять 70 килограмм 35 раз, это для меня лично большой рекорд. Кроссфит для меня это вот тот вид спорта, которым я очень сильно хочу заняться и продолжить заниматься очень долго. Я просто кайфую от этого. Кроссфит – это не просто выполнение каких-то комплексов, это образ жизни. То есть мы этим живем, проходя мимо какого-то турника, мы думаем, о, можно сделать здесь комплекс. Ты пошел на речку, ты, о, можно тут поплавать, поделать бёрпи. То есть это образ жизни уже. Вот это меня мотивирует. Кроссфит – это стиль жизни. Кроссфит – это моя жизнь.